Антон Федорович, чемпион Республики Беларусь по панкратиону, выиграл, всем доволен? Да, набрался опыта, очень понравился. Очень как-то эмоционально, так выплеск эмоций был после финального боя. Ну это же финальный бой, ну мастер спорта, получается, получил. И после этого противник не подошел, поздоровался, все хорошо было. Сказал, типа, набрался опыта. В столбцах у тебя, по-моему, на одном турнире уже была какая-то дополнительная минута в бою, да? Да. Что это, твоя фишка становится? Да, фишка. И в Бобруйске была дополнительная минута. Тут борец попался, ну, борец тоже был, наверное. Больше проходов делал, ну, как я всегда, отбрасывал ноги и убегал от него. И это бессмысленно было бороться с ним. Выкидывал все время этот оверхенд, мне не понравилось все равно. Я просто начал работать на руках, как сказал тренер мой. Но ты все-таки в том бою вел и в концовке немножко пропустил, из-за чего была эта минута, да? Да. В основном пропускал оверхенд левый, потому что, ну, он был левша, и, получается, было трудно, а я правша. Из-за этого. Что было вообще на душе, вот, когда остановили бой финальный? Честно, радость была. Приехали мои родители, девушка не приехала, но ничего страшного, у нее учеба была. Но я рад, что приехали мои друзья, родители, поддержали меня. Из-за поддержки, я думаю, я не выиграл бы. Какие планы теперь? Чемпионат Европы. Чемпионат Европы, выиграть его. Занять первое место, стать чемпионом Европы. Желательно всех особых.